Всем с добрым утром. Не обращайте внимания на мой лохматый вид. Пью чай. Слушай, Макс, может быть, надо бочки 3 поставить и в каждой понемножку мусора и сжигать просто, и все. Мы вчера сжигали мусор, ничего не снимала. Устала я от съемки, устала от всего. И сжигали мы мусор. Ну, такое деревянное дерево, бумагу, не пластик какой-то. Здесь пластика не так уж и много. Сжигали мусор очень хорошо на том месте, где был сарай когда-то. Поставили стульчики и ночью сидели, сжигали. Вот, но мусора очень много. Потом покажу, что там за сараем. Сейчас мы собираемся в город. Отсюда выйдем, дойдем до деревни. Там как-то, в общем, как-то доберемся, посмотрим. Не знаю, как добраться. Сегодня автобусов не ходит. Не ходит, как говорят здесь. Автобусов не ходит на... Витя. Здесь так прикольно говорят на ходить. В общем, мы добираемся до города, у меня целый список, чего надо купить. И сегодня точно приедут кольца. Вчера не приехали, манипулятор был занят, а сегодня точно приедет. Сегодня еще электрик приедет. В общем, сегодня такой бурный будет день. На улице прохладно, солнышка нет. У меня куртки тоже нет. И солнышка нет, и куртки у меня нет. В общем, работы полные руки. Выпиваем чай. И бежим. Бежим, 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 чтобы все успеть. Тунец называется. Суп. Тогда написали тунцовый бы суп. Как сказал Макс, цивилизация обошла этот завод стороной. Ну, сейчас выловим, что там есть. Вон там кусочки есть, смотри. О! Будильник мой свинит. И это тунец? Макс, это не тунец. Ну какой это тунец? Нет, это тунец в масле. Да? Да, жесть какая-то. Все, берите. Не, можно мне еще чуть-чуть? Вторую порцию. Добавку? Добавку. Вот так хватит, Макс? Это твой будильник, да? Я его беру выключать. Да, это мой будильник, ты его не можешь выключать. А я тебе супер бутерброд в это время делаю. Во. Ну, скажем так, на вкус он вообще не тунец. Вот закрытыми глазами или там не видя коробочки, я бы не сказала, что это туна. Вообще, как она может быть розовая, непонятно. Туна, она такого цвета бежево-серо-коричневая какая-то такая вот. И видишь, они кусками здесь, оно как бы... Мы обычно покупаем там как цельный кусочек рыбки, да? А тут вот видишь, как перетертое оно что-то. Ну, короче говоря, не знаю. Вкуса тунца вообще нет. Когда голодный, конечно, вкусно все, потому что оно солененькое, там жирненькое масло. Но не тюна, не знаю, что это такое. Странная рыба. Вот Макс говорит, вкус, как будто ты самые дешевые сардины ешь. Да, действительно. Странно. Ну ладно, съедим. Чё? А ты цену не помнишь? Сколько стоило, интересно? Не смотрел цену. Не смотрел цену? Не знаю. То ли самое дешевое, то ли, может, самое дорогое. То ли мы что-то не понимаем, то ли что. В магазин зайдем. Но вкуса цену. Тюны вообще нет. Вкусно, Котя? Да, вот так с утра. Хоть тунцом позавтракать можно, да? Вчера такой крик стоял в лесу. Оттуда потом кошка вышла с той стороны. Видно, какую-то птицу поймала, что ли. Такой крик стоял, что там кого-то лося валят. Надо ее немножко до зимы откормить, чтобы она жирненькая была, чтобы она смогла зиму пережить. Можно в животном магазине, Макс, в том, который у Домодедова, посмотреть кормушки автоматически. Может быть, какую-то кормушку купить, чтобы там, не знаю, хотя бы 2 раза в неделю корм высыпался. Хотя зимой, может, надо и почаще. Хотя мама здесь будет. Хотя пока она будет. В общем, не знаю, что с кошкой, как ее делать, как кормить. Но жить они, похоже, будут в сенях. То есть, хочешь сказать, что в розетке нет предохранителя? У нас, по-моему, в Англии все, да, розетки, все вот эти вот с предохранителями. Он же может быть опасно, не? Ну. С
Все, сдох наш пылесос. Не выдержала этой нагрузки. Пылесосине дома. Сказал, все, я ухожу. И ушел. Был бы в розетке предохранитель, можно было его поменять. Что-то мне кажется, что сегодня рабочие не приедут. Громыхает, льет. Ой, не знаю. Я, знаете, о чем беспокоюсь? Что мы купили домик для... Вон там громыхает. Домик купили для туалета и домик для колодца еще позавчера. И сказали, что завтра заберем. Они должны были вчера забрать, рабочий, приехать это делать. Манипулятор был занят. Не знаю, как там отреагируют в магазине на то, что мы так не забрали быстро. Ну, не магазин, а строительный какой-то там двор, так сказать. И мы не попали в центр, ну, в смысле, в город, за всякими нужными вещами. Сейчас вот копаю здесь, разбираюсь там на кухне, убираю, прибираю, ковыряю, подметаю, засасываю. Кстати, пылесос работает. Пылесос заработал. Его, он постоял, остыл. Макс его раскрутил, посмотрел что-то, проверили, и он заработал. Что к чему, непонятно. Наша елка, вон, я сегодня шишки там собирала. Никому шишки не нужны. Шишки хорошие, красивые. Мало ли, может, кому для поделки нужно. В общем, заливает нас. Это плохо, дороги развезет. Ну, манипулятор, конечно, проедет. Эх, жалко. Погода испортилась. Ладно, пойду домой. Дома тоже дела есть. Еще мы хотели завтра уехать. Думали, сегодня все они сделают. И завтра уедем в Москву к ребятам. К Леше, Мише, Кагаше. Рушатся что-то наши планы. Не знаю, может быть, все равно уедем. А уже все дела будем делать на следующей неделе. Да, так рабочие не пришли. Из еды у нас очень мало чего осталось. Мы собирались уезжать вообще-то. У нас только гречневая каша на обед и на ужин. Ну, еще у нас вот такие бинсы. Купила я их здесь тоже в томатном соусе. На русском все написано. Точно такие же бинсы мы покупаем в Англии. Ну как, Макс? Вкусно. Вкусно? Ну, как, конечно, сочетание странное, да? Бинцы с кашей. Ну, у нас ничего другого нет. У нас каша есть, вот кусочек маслица остался. Я кашу обжарила немножечко и потом добавила воды. То есть ни лука, ни морковки, ни чесночка, ничего. Хорошо, хоть соль есть. Я представляю, если бы без соли бы еще. Вообще было бы жесть. Ну, у нас еще есть хлеб. Немножко каши осталось. Чай есть. Одна баночка бобов, фасоли. Одна баночка консервной рыбки. Что у нас тут в холодильнике? А, ну у нас еще яйца есть. Ну и соки попить есть. И все. Больше ничего нет. Нет, еще есть засушенные печеньки. Вон. Немножко осталось к чаю. И яблоки есть в лесу. В общем, мы садимся кушать. Я буду просто гречку кушать. Гречку без ничего. Потому что, мне кажется, с бинцами как-то это... Маслице положу и буду есть. Все, мне приятного аппетита. В принципе, конечно, неплохой обед, но как-то очень странный. У меня каша с маслом. Если было бы молоко, можно было бы сладкую кашу сделать. У нас сахара совсем мало осталось, да? Да, сахара совсем мало осталось. Можно было бы с молочком сладкую кашу. Я такую люблю. Интересно, решила почитать состав. Смотрите, фасоль, томаты, вода, сахар, уксус натуральный, загуститель дик, рах, маладипат, ацетипированный. Что-то я не помню такого компонента в наших бинсах, в английских. Соль, экстракты специй и трав. Написано для контактов United Kingdom. То есть, вон написано, Соединенное Королевство, Великобритании, Северной Ирландии, адрес, бла-бла-бла, производителя. В общем, наши британские бинсы продаются здесь. Но вот что вот это такое? Загуститель дикрахмаладипат.
Подацетилированный. Вот это вот я не знаю. Британских такого нет. Специально посмотрю, когда приедем домой. Специально вам покажу. Странно. Что это за хрень, которую даже не повторишь? Вышли позвонить. Одели вот такие костюмы. Мама покупала которые. Вверх не буду камеру поднимать. Дождь льет. Вот такой костюм. Короче говоря, большие пакеты. Идем до точки, где можно будет позвонить. Знать, что там с рабочими, с манипуляторами и так далее. Маме позвонить. Ой, блин, чуть не подскользнулась, а. Вот был бы контент. Да, товарищи зрители, которые любят некоторые писать, она делает это ради контента. Вот, не получилось мне поскользнуться ради контента. Погода, надо сказать, не жаркая. Совсем не жаркая. Встретили по дороге электрика. Дочке старше, сейчас 13 лет было. Будет, точнее. А я ехал, я думал, вы на собаку рукой махнули, и проехал даже без внимания, блин. Ну, это так, ничего. Ну, я сейчас подъеду, кто-то привезу. Такая наглая псина. Тоже за колесо укусит. Ой, она сейчас перед машиной. Да, блин. Какая-то глупая собака. Тихо. Что за тупой пёс? Где он? Все вроде, вот он здесь сбоку. Если только быстро, только если... А, ему, похоже, нравится это. Все, все. Ему нравится, видно, да, это гоняться. Носки есть мягкие? Наверное, такой белый, да? Давай спрошу. Пожалуйста. Да, давай лучше спросить. Да, еще нужно светодиодные светильники. Один с датчиком движения. Или два с датчиком движения. Как, на 30 ватт прожектора. Вот. Во, вот, да, вот что-то вроде на того. 10, на 20 идет, а потом на 50. Так, розетки. Вот смотри, счетчики, да, но мы уже купили счетчик. Шкафчики, смотри, какие шкафчики классные, счетчики, да? Счетчики, это коробочки. Счетчики вот. Ну, я имею в виду такие вот коробочки. Ну, такие шкафчики нам не нужен с ключиком? Что там? А, ну это счетчик, да? Ну, в смысле, коробка. Угу. А вон смотри, Макс, вот тебе здесь нужен был разводной ключ какой-то, да? В общем, вы поняли, мы в магазине электронных всяких вещей. Смотрите, какие лампочки. Они пластмассовые. Вот с такой вот штукой. А на солнышке заряжается и потом светится. 1000, чуть меньше 1000 рублей. Может взять такую. На дом красиво будет повесить, будет красота. 4 миллиметра. Вот то, что надо. Двойная рама из дерева. Покрасить ее просто и все. Здорово. 4550. Оконный блок с утеплением, с остеклением. Но есть вот такая вот рама. 5460. Ну и смотри, какие вот такие большие еще. Вот где надо брать, да, окна. Обалдеть, тут такой выбор. Покрасил себе, да, в краску белую. И все. Это, видишь, вот одинарный, да? А, верандная. Вот, верандная рама. Шуда. Макс, может, на васаби? С васаби? Нет. Тортик стоит 1700, 1500, 1200. Ой, это пчелка, да? Это, видимо, этот самый медовик. Разрезанный только вот этот вот ореховый. Что? Так, я попробую сейчас вот тортик. День? Такой вот. Выглядит он, помнишь, как этот самый? Что? По Икее мы всегда кушаем. Но на вкус не такой.